играли с хорошей командой, старались выполнять установку тренера, играли как бы от обороны, старались встречать соперника на середине поля, ну, и убегать в контратаке. Несколько раз это очень хорошо получилось, когда должны были забивать голы, но не до конца хорошо распорядились мячом. Ну, у нас не получалось в некоторых моментах завершать свои атаки, контратаки. У нас было три момента. Хорошо сыграли в защите, не дали сопернику создать моменты. Встречали на своей половине поля, сохраняли дистанцию между игроков. Ну и быстро выбегали в контратаку.